Кстати, ты заключил уже договор с агентством недвижимости? Да брось, сами разменяем, расплюнуть. Пойдем к риэлторам, обмен квартиры – это не шутки. Только сегодня, только сейчас решите любую свою проблему в нашем новейшем симуляторе виртуальной реальности. Давай сюда свою реальность, будем решать мои проблемы, без посредников. Ну что, договорились? Тихо, мирно, без вопросов. Что? Ну ты чего, пацанов решил кинуть, обратку решил дать. Ты договор подписываешь или нет? Нет. Давай дальше. Реальность. Маша, ты не поверишь, что сейчас было. Ну что, все стороны согласны? На что? На условия моего клиента. Да согласен он. Подписывай давай. Не согласен я. Я обращусь за помощью. Сожалеем, но в игре, в которой вы вступили, нет такой функции. Просто подпишите, и все будут счастливы. Да как вы можете? Да легко. Нет, 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 нет! Маша, сегодня же в агентство. Но сегодня же выходной. Граждане, продавайте квартиры только с риэлторскими агентствами, имеющими лицензию Министерства юстиции Республики Беларусь.